отель The Majorda Pristine категории 3 звезды. Расположен в Южном Гуа на пляже Маджорда, в 900 метрах до моря или 15 минутах ходьбы, в отдалении от деревень и шумных мест. Рядом нет ничего, есть только местные поселения и поля. Никакой развитой туристической инфраструктуры нет. Местная кафешка находится напротив отеля. Отель Маджорда Престин состоит из одного основного здания на 18 номеров, лифтов нет. Есть ресторан и бар в отеле. Один бассейн с детским отделением. Для каких-то гигантских детей выдаются полотенца у бассейна. Есть бесплатный Wi-Fi на ресепшн. Русскоговорящего персонала нет. Территория совсем крошечная, ограничена зданием и бассейном. На момент осмотра в отеле заканчивался ремонт. Для детей ничего нет. В отеле Маджорда Престин есть номера категории стандарт и сьют. Стоимость стандартного номера примерно 2500 рупий в сутки, что очень дешево для такого отеля. Сейчас мы находимся в номере сьют. В нем есть две комнаты, спальня и гостиная. В гостиной установлены кухонная зона, холодильник, телевизор, в спальне двуспальная кровать, телевизора нет. Во всех номерах есть кондиционеры, вентиляторы, наборы для чая и кофе, балконы. Правда, в этом номере почему-то выход на балкон забыли сделать. В кухонной зоне никакой кухонной техники не предусмотрено, только набор для чая и кофе. Ванная комната очень красивая, со стеклянными дверцами и стенками душ, выдаются банные принадлежности. Отель подойдет для спокойного семейного отдыха без детей. Плюсы отеля Маджорда Престин – это новый отель после капитального ремонта, уединенное место Южного Гуа, чистый малолюдный пляж, красивая и ухоженная территория, качественные просторные номера. Минусы отеля – это далековато до моря, дорогое такси и за территорией ничего нет, никуда не выйти. Это номер стандарт. Он отличается от сьюта меньшими размерами, тем, что состоит из одной комнаты, в которой выделена зона спальни и кухонная зона. Есть также балкон с видом на бассейн, санузел и кухонный уголок, который не оборудуется приборами.